Ровно неделю назад в Кустанае стали доставлять первые гарантированные социальные пакеты детям из числа малообеспеченных. Это новый вид государственной помощи для детей от 1 до 6 лет. В нее входит ежемесячная доставка продуктовых наборов и ежеквартальная доставка средств гигиены. Однако от кустанайских мам стали поступать жалобы на некачественные продукты, которые привезли к ним в дом. Жалобы от мам пришли и в редакцию «Алау». Здравствуйте. Сегодня с Казпочты привезли продукты коробку. Тем, кто получает АСП и молоко, 2 пакета. Оба кислые, прокислые, хотя срок годности в норме. Аналогичные комментарии кустанайцы стали оставлять и на официальной странице акима Кустанайской области Архимеда Мухамбетова в Инстаграме. После нескольких обращений в ТО Раузет Сауда решили дать свой комментарий об этой ситуации. Именно Раузет занимается формированием соцпакетов. Все наборы отвечают требованиям безопасности пищевой продукции при ее хранении и транспортировке. Молочную продукцию мы заказывали у местного производителя. Это молоко торговой марки ДЭП. Молоко поступало к нам ежедневно по мере потребности при формировании комплектации наборов. По словам Ирины Уланович, лично к ним пришли 7 мам, которым сразу заменили молоко. В Раузет Сауда считают такие случаи единичными и поясняют, что фирма ДЭП производит молоко для всего населения. То есть молоко из соцпакетов могло оказаться и у человека, который его купил в магазине. К слову, директора ДЭП на встрече не было. По запросу потребителя мы, конечно же, меняли продукцию. Но если вдруг аналогичная ситуация будет возникать, конечно, люди пусть обращаются, мы будем связываться с производителями, вот, и решать эти вопросы оперативно, собственно, как мы это и делали. Вот в текущем режиме. Таким образом, сняв с себя ответственность, слово передали представителю Казпочты, которая занимается доставкой. Как пояснила Ирина Уланович, молоко приходит к ним и сразу же передается Казпочте, которая уже доставляет наборы. На сегодняшний момент, согласно договору, доставка у нас производится в течение 14 календарных дней. Но мы вот по городу Кустанае производим доставку в течение, вот у нас первая доставка произошла, в течение 5 рабочих дней получается. Поэтому на сегодняшний момент у нас доставка уже почти завершена. Мы сегодня-завтра завершим всю доставку. Молоко ДЭП хранится не больше 10 суток. И самим поставщикам не нравится, что в соцпакеты входят быстро портящиеся продукты. Но сделать ничего они не могут, поскольку молоко должно быть в наборе. Не смог в итоге никто объяснить, почему возникла такая проблема. Ответственные организации лишь понадеялись, что это единичные случаи. Виктор Ваташко, Камила Салкымбаева, РТН.